Что это за читерская пушка? Так, а ну отойдите все. Я жахну по зомби. Только я сделаю один выстрел. Давай. Один одинешенек. Это один выстрел был. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Крошка, Крошка, Васаби, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Тест нового оружия». Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Первое оружие у нас шутер-гарпун. Пацаны тоже будут его в руки брать, чтобы я видел, как со стороны это смотрится. У нас есть подопытные кролики, это зомби. Давайте будем смотреть, как оно мочит. С одного удара убивает. Сигнфол. А, это меч. Просто тоже с одного раза мочит. Ой, блин, не, извини, не хотел. На самом деле, ребята, хотел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, пошло уже пожестче оружие. Medium length. Ого, это что такая палка здоровая? Это жесть. А что? Нифига себе, зомби отлетает просто. Ребята, сразу двоих можно замочить. Это очень жесткие оружия. Следующий у нас medium Лэнд. О, это что за рельса такая? Это кусок швеллера какой-то, да? И что это такое? Нифига себе, это что, какое-то такое необычное. Ребята, самое необычное оружие, которое мы записывали. Мы просто перебили всех зомбаков. Это осторожно. Ты чё их бьёшь? Да я их должен был всех убить. Так, давайте опять загрузим зомбаков, потому что сегодня их будем, конечно, стопками мочить. Так, следующее у нас оружие... Medium length. Арматура. Ну, это уже, это прям... Так это... Это стол фонарный. Ну да. Вот это оно их выносит. Это просто жесть. Так, следующий у нас medium length. Да что они все одинаково называются? Может, просто дальше есть название, но оно мне не отображается. Это полено. А, это полено. Это прям тоже стол фонарный. О, сразу двоих по два штуки выносятся. Офигеть. Так. Следующий у нас Long Org Concert. А вот это уже, смотри, как оно. Памятник. Нифига себе. Я вас, кстати, и не вижу. Как мы их держим? Они же тяжеленные просто. Ребята, какой-то вообще жесть. Нифига себе. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет просто эпичнейшее оружие. Просто офигенное. Так, следующее у нас оружие Long Tail. Нифига себе! Так прикольно это смотрится. Ой, блин, пацаны, не хотел вас убить. Да ну, пацаны! Я понял, это отместочка. Так, давайте сохраняем. Ой, загружаем. Так, следующее у нас оружие идет. Супер! А, это башня, да, которую мы в руках держим? А как мы их держим? Ну они же просто гигантские! А на каком расстоянии оно бьет? А ну дайте я по воде шлепну. Мне даже интересно будет, если по воде жахнуть. А, брызг нету от воды. Было бы классно, если брызги шли. Ладно, ладно. Вот такой звук. Как будто я взрываю базу. А если вот так вот, смотрите, стоит столб, это, зомби. А, нет, только по два могу мочить. А нет, сразу всех можно убивать. Очень вот это район, уже жестокое оружие, ребята, жесточайшее. Ой. Так, продолжаем, ребята, не опережайте события, потому что я тоже хочу все оружие эти посмотреть. Следующее у нас супер L, там и куча это нулей идет. А я вас не вижу даже. Это огромный мост. Вы сразу убили всех просто. Нифига себе. Это эпично, ребята. Это эпическое просто оружие. Можете написать в комментариях, какие рубрики нам с этим оружием снять. Да дайте я вас убью тоже. Вы что, вообще офигели? Ой, нет. Нифига себе, я улетел. Так, все, пацаны, давайте не шутки прочь. Давайте, нам нужно надо записать очень классный эпический ролик, который должен понравиться подписчикам моим. Так, следующее у нас оружка идет. Супер L00. Тоже там какие-то цифры и куча. А это что? Водонапорная башня. Это просто жесточайшее. Так, скоро пойдут у нас уже огнестрельные и взрывающиеся оружие. Так.
У нас идет оружие 1 Man Battle Swap. А что это оружие это делает? Это мы будем ходить как NPC и приседать, и короче, вот это все. Мне кажется, у тебя лицо поменяется, когда ты выйдешь. Да не, я хожу как обычно и все делаю как обычно. А ничего не поменялось, пацаны. А что это такое? Я ничего не понимаю. А жизни не тратятся, ничего не происходит. Может, вы ракеты какие-то? А ну давайте его попьем еще. Вот это он громче орет. Все, мы парализованные. А что дальше нам делать? Как ходить, умирать. О, спасибо, что ты нас выручил, молодец. Хорошо, прикольное оружие дать врагу попить его. Boat Eye Strike. Air Strike. Лучше отойду. Ой-ой-ой. Не спасло. Я случайно. Просто. Я случайно нажал на кнопку выстрела. Только, пацаны, дайте еще раз, дайте я это сделаю. Давай. Бежать. Так, отойдите. Угу. А какой же радиус этого оружия? Очень большой. Даже что-то загорелось там немножко. Ой-ой-ой, как это эпически. Люблю такие оружия, которые сделаны очень необычно. Black Light Ambient. А в руках оно не отображается, да, получается? Не видим, да. А ну-ка, дайте в дом стрельну. Нифига себе, взрыв эпический. А если под воду стрельнуть? Будет под водой что-то происходить? А не, брызг нету, но будут брызги. Так, а ну давайте подальше отлечу и стрельну в зомби их. Бум, просто стерло лица земли. Так, комбайн, мортар. Так, в дом стреляем, сначала будем по дому целиться и проверять, что это. О, прикольно, да, оружка такая интересная? Да. Так, а ну отойдите, я по зомби жахну. Да что за читерское оружие? Да его надо потом отписи удалить. Ой, извини. Ой. Да ну хотелось просто немножко вам стрельнуть. Так. Оньк. Оружие. Следующее у нас Комбустион. Комбустион. А чё, ничего не происходит? Это мина в руках. Ой-ой-ой, это что, самоубийство я сделал, или что это было? Да. Я просто сгорел. О, а ну зайдите в зомби и подождите их, а я посмотрю со стороны, как это будет смотреться, потому что я сразу умру, а я хочу посмотреть на этот эпический взрыв. Ну-ка. Ой, блин, эпический! Блин, круто! Они тупо горят, смотрите, хоть черный дым от зомби идет. Они кричат. Ну да, им больно, мне кажется. Любому было бы больно сгореть заживо. Следующее у нас оружие. Комбустион 3000. А ничего не происходит? Надо в зомби навестись. О, да. А, они просто загорелись. Давайте посмотрим, как они сейчас будут сгорать и падать все. Они танцуют. Мы горим. Они не умерли. Ой, блин, кого-то поджег, пацаны. Оно еще бесконечное, что ли, это оружие? Они не умирают, пацаны. Оно просто поджигает. Может, на NPC оно по-другому действует просто? Это очень странно. Хорошо. Крукайбл. Ого, прикольное оружие. А ну давайте в дом стрельнем. А не, вот я стрельнул. А ну, зомби. А это на правую кнопку мыши я так стреляю? А на левую? А на левую кнопку я просто бью. А ну ударьте меня. Сколько жизни выносит? А, сразу. Мгновенно убивает. Его еще зажимать можно. А, ну типа набирает энергию, да? Да не, просто чтобы его убасить всех вот так вот. Ага, я понял, бесконечный удар. Так, ребята, это оружие отображается уже как админское. Эндотемик плайсер. Лучше улетай сразу. А ну-ка, дай я стрельну просто в дом. Ой-ой-ой, класс. Это уже нехорошо. Да. Офигеть, а ну давайте в зомби стрельну. И меня зафризило? Нет. А, оно просто фризит? Да. И все? Там есть следующий. А, ну да. Давайте Exotame Placer. Ой-ой-ой. Прикольно, смотрите, как написано убийство, не kill, а atomized. Так смотрите, даже трупы исчезли. А давайте в дом стрельну, стойте. Хочу посмотреть, как издалека будет этот эффект выглядеть.
эффекты очень круто выглядят. Реально классно. Необычно, не так, как вот сделано по стандарту, прям ручечками все делали. Так, gun on stick. На палке пистолет. А, на правую кнопку мыши можно быстро стрелять. Но только жизни мало отнимать, а на левую сразу убивает. А не. Понял, не очень такое интересное оружие. Handheld Phalanx. Phalanx. Это Дим, вот эта вот пушка из Гредвича, смотри. Это она такое в руках я держу? А, она у меня в руках маленькая. Так это есть. А не, эффекты от выстрелов немножко не такие, как от той пушки. Ой, извини, блин, ты подошел просто передо мной, никогда бы ты стрелял. Оно ж поджигает, да, я вижу? Вот это она читерская. Представьте, перестрелку на таких оружиях сделать. Мне кажется, будет прям немножко сложно повыживать. Так, хорошо. Handheld RIM 116. О, это что у нас в руках такое? Да, я рассмотрю. Получается у нас что? 12 выстрелов каких-то снарядов. Ой, блин, прикольно, да, оно взрывается? Бедный дом. А ну-ка, давайте отойдем по зомбакам жахнем. О, давайте на счет 3 по зомби. А, спасибо, васаби. Кстати, прикольно, ты с одного выстрела убил всех. О, зомби тут ноги колбасят. У вас есть такое? Да. Отойди, он ломает брейк. А ну дай его добью. Видишь, ты, а ну отойди, отойди, сейчас взорвется. Нифига себе, что за радиус взрыва? Ребята, эта пушка прям очень классная. Пока мне она больше всех нравится. Ребята, напишите обязательно в конце ролика, какая пушка вам больше всех понравится. Я потом скажу тоже свой вердикт. И пацаны скажут, какая им больше всех понравилась. Так, что у нас идет? High Velocity Hot Dog. Короче, Hot Dog метатель. Они исчезают! Постреляй по зомби, смотри! У меня зомби исчез. А не, он отлетает. Hot Dog будешь? О, давай. А его нельзя съесть. Прикольно сделано. Так, поехали дальше. Jet Gun. О, блин, у тебя какая-то штука такая в руках крутится, вентилятор. Типа оно как охлаждается или что это? Офигеть, оно убивает вообще? Давай, оно не убивает, пацаны. Нет, оно убивает. А, оно убивает просто очень медленно, да? А вот, смотрите. А, я вот просто держу, и что это, как типа... а что это, как распылитель отравы или что это, ничего не понимаю. Прикольно, просто ветродуй какой-то. Одобел. Кто это за Одобел? А, ну просто, да, стреляют пацаны? Да. А по головам четко, да, вырубать их? Да, можно и по ногам. А, нет, нет, не по ногам. Мне кажется, если это оружие добавить в коллекцию, оно какое-то читерское, да, пацаны? Да не, нормально. Нормально? Я знаю, что Гусаньку нравятся всякие читерские оружия. Пару он чуть-чуть. Он так всегда, почитерит всегда. Да-да-да, есть такое. Так, поехали дальше. Propelled Egg Launcher. О, что это за кабака в руках? А ну дай рассмотрю, у тебя там в дуле есть яйца или нет? Да, у тебя яйца в дуле лежат. Видишь, у меня тоже есть. Давайте в дом стрелять. А ну давай в дом, реально. Просто они маленькие. А может взрыв сейчас будет дебилый от них? Не. А чё ничего не... А чё они не взрывают? Можно на правую кнопку мыши как-то взрывать их можно? А на правую кнопку мыши, видите, как прицел добавляется? Очень эпический, кстати. А давайте по зомби жахнем. А, ну просто яйцами мочит их, и все. А от земли отскакивают они? А, да. Не разбиваются, Дим. Да, кстати. Да, прикольно, смотрите, минут омлет сделали зомби и яичница. Это прикольно. РПСБ Rocket Propel. Базука. Она мечами стреляет. Это просто мечи, пацаны. Ой, если прям над головой стрела приземлится на нас. Ну-ка, ну-ка, ловлю его, попробую его поймать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, ничего не произошло. Он сквозь проходит. А его можно ногами пинать? А его и ногами нельзя пинать. Его можно взять. А ну можно? А зомбаков оно убивает? А, да. Не, это, кстати, самое необычное оружие, которое в этом паке. Это что, мячный метатель просто? SCP-127. А чем оно стреляет?
костями стреляет и позвоночниками. Кстати, ну реально какое-то читерское это оружие, прям очень сильно. Тебе, наверное, гусеник должна понравиться, она, да? Да. Гусенику все нравится, что читерское. Это точно. О, ребята, вам сейчас оружие понравится, классно это. Суицид. Нажимай. Это просто мы самоуничтожаемся. Ну вы, конечно. Ну а что? Все в тебя. The High Explosive. О, это что-то уже интересное. Что там у меня такая за штука крутится? Картошкомет. Картошкомет? Да. Нифига себе, твой картошкомет взрывается. А ну по дому давайте, пожар. Офигенный эффект, ребята. Ну, ролик заслуживает 100% лайкосика. А ну давайте по зомбакам только сдалека стрельнем. Да нифига себе. Только для картошкометателя какое-то оно прям очень мощное. Один зомби вышел. Мне нравится по дому стрелять, оно прям загорается там. Получается, оно сначала падает, а потом еще и взрывается, да? Да. А, ну да, прикольно сделано. О, один зомби. На. Просто стерли его с лица земли. Кто бы не втыкал. На молекул, кто бы не втыкал. Мне эта фраза нравится. Так. Подбираем все к мощнее оружкам. The Repeater. Repeater, получается, правильно будет читаться. А ну-ка, по дому сначала. Она просто с лица земли стирает всех зомбаков. Просто мощно. А ну-ка. Да, кстати, просто магазин перекидывает другой стороной. Это было бы так в реальной жизни. Так, что-то уже пошло очень мощное. The Monocular Airstrike. Это ядерная бомба. Это ядерная бомба. Вот, давайте тогда, наверное, без зомбаков их взорвем, чтобы игра не вылетела. Хотя я шучу, конечно же. Хотя я шучу, давайте перейдем. Я в зомби зайду и прям жахну ее. Такой звук интересный. У меня эффекта нету от бомбы. Должен эффект быть? У меня тоже нету. А, может, это что, я в зомбаках стоял? Может такое быть? Так, ребят, давайте мы очистим карту. Потому что что-то сильно прям мощно это получилось. Еще раз возьму эту бомбу и просто без зомбаков я жахну. Во, теперь есть эффект. У вас есть? Ну, белый экран такой. Нет. Как это? У меня есть. У меня просто все белое здесь. Так, надо очистить карту. Офигеть. Давайте отвлечу, взорвите эту бомбу. Я хочу посмотреть ее радиус. Только ничего не взрывайте. Блин, это просто гигантский взрыв. То есть у меня тоже эффекта нет, когда уже за картой. Ну, вы увидели его сейчас или нет? Да. Может, он есть, кто его взрывает, только я не знаю, как это работает. Наверное. Так, хорошо. Это была прям очень мощная бомба. Погнали дальше. Ticket to Hell. Ой, это что, дьявольское что-то? Оно просто сжигает все. Мне нравится. Все, зомби сожгли всех, погнали дальше. Type антиматерия. Оно уничтожает полностью сейчас будет. Не, ну ничего, мы в дом стреляем, ничего не происходит. Один патрон, кстати. А ничего, оно такое какое-то простенькое, да, пацаны? Я еще и промахнулся. Давайте вот так прям в ряд. Проверим, ряд убьет зомби. Четыре зомби убивает за раз. Давайте проверим, сколько оно сносит КП. Ну давай, стреляй по мне, стреляйте. Нормально. 100 хп, пацаны, выносят точно. Это 100%. Юниос Бим. Я в дом стрельну, смотрите, что происходит. Это что, в космос дом улетает? И все? А, нет. Блин, ну как же это круто и красиво сделано. Давайте по зомбакам жахнем. Посмотри на небо. Да. Это что-то с космосом как будто связано. Зомбаки просто все стерлись, да, с лица земли. Блин, это что, этот... Северное сияние? Да. Розовое. Хорошо, даже следов от зомби не осталось. Представляете, насколько это мощно сделано, что даже не... Вообще, растворяет все. Так, подбираемся что-то вообще эпическому. Вулкану. Чё у тебя? Это что, у нас в руках скалы? Мини-вулкан.
вам. Сквидвард, что у тебя в руках? Я не знаю. Что-то нет. Нифига себе, камни вылетают. Нифига себе, оно жахает. Латич раз по остаткам зомби. Да ну нифига себе, это какой надо навес брать, чтобы оно не убивало нас. Еще раз им жахну, в воду хочу посмотреть, будет под водой все или нет. Оно ближе. А вон, да, под водой взрывы, только вода не расплескивается. Ну, такое, интересно сделано. Каждое оружие просто уникальное и интересное. Есть на что посмотреть. Ого. Что это за звук у нас был? Так, вейпонайзер рокет. Это что, я кусок самолета держу? Двигатель от самолета, истребитель или? Это какой-то огнемет. Офигеть. Это очень читерское оружие, ребята, я вам скажу. Пока мне это оружие больше всех нравится, на самом деле-то. А, это ускоритель? Ну я не лечу просто, да? Я как бы отталкиваюсь. Нифига себе, это реально двигатель самолетный. Нифига себе. Даже если я вперед иду, ничего не помогает мне. Хорошо, погнали дальше. Hall S. Kendon. Это пушка. Это просто корабельная пушка. Ну есть там ядро? Дайте посмотрю. Нету. А лицо, подожди, оно сделай. Оно выше, выше на пушку. Сделай выше чуть-чуть. Ниже, ниже. А, я думал, там твое лицо будет. Ну так, кстати, попадает кусок твоего глаза. Давайте в дом жахнем. Нифига себе, оно мощное. О, Дима, скидер попадает лицо туда. Случайно, это обстоятельство. А ну-ка, отойдите от зомбаков, я по зомби жахну. Просто все растерло от лица земли. А вы слышите ли звук перезарядки очень классный? Да. Слушайте перезарядку. Вот я не знаю, машина врезалась в стенку, вот такой звук. Бум. Если тут дом разрушался, от него уже ничего не осталось. Опять тут зомби ломает брейк. Ну, мужик, успокойся. А ну стрельни под ноги, я посмотрю на это эпически. А, ну вот ты прям подлетишь высоко. Еще и свой, еще и другу убьет. Ну, обстоятельства. Так, продолжаем. Следующий у нас Hall S. Gas. Ого, пушка. Маленький танк. Ну да, это в руках я что держу? Пушку от танка, что ли? Корабельная пушка, пацаны, это. Что-то типа. Это не просто пушка, это Дора. Ну смотри, как оно жахает мощно. Она перезарядилась. А что не... А, вот перезарядился. Перезаряжается как-то долго очень. А я не заряжаюсь больше. А что мне не стреляет оно? А, вот стрельнуло. Так, а ну давайте отойдем и по зомби жахнем. Как-то странно, оно работает. Долго перезаряжается. Ага. Нифига себе! Какой же это радиус взрыва? Вот какой радиус? О, знаете, что хочу эта пушка? В небо стрельнуть. Вот снаряд полетел. Нифига себе красиво, прям какой-то салют. Так, еще раз по дому стрельну, по ближнему. Вы видите тоже эти осколки какие-то летят, да, такие? Да. А раньше этого не было или было? Вот я не помню. Так, следующий у нас Hall S. Gas. Там часть не влезла. Это даже больше. Это для админов. Что? Что это за читерская пушка? Не зажимайте, лагает. Так, ребята, пока мисс, это самая моя любимая пушка, которая в этом паке. Самая любимая, она реально офигенная просто. Так, а ну отойдите все. Я жахну по зомби. Только я сделаю один выстрел. Давай. Один-одинешенек. Это нет. Один выстрел был. Я очень далеко убежал. Все уже. А ты умер? Да. Какой же радиус этой пушки? Это через всю карту, что ли, намочит? Так, хорошо. И последнее оружие у нас. Already. Dead. Омаева, му синдейру. Нани?
Интересно, что будет. На! Даже зомби зацепил! О, давайте я сейчас в зомби жахну. Вот, в зомби зайду. Бум! Блин, ребята, это классное оружие. Я отойду, после как со стороны набьет. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока. У-у-у.